25 января в Казанском Кремле в честь 90-летия состоялась торжественная церемония чествования именитого выпускника Казанского университета Игоря Анатольевича Тарчевского, где его поздравил президент Татарстана Рустам Миниханов и ректор Ильшат Гафуров. К юбилею академика в музее КФУ открылась выставка, на которой побывали и наши корреспонденты. 27 января в честь выпускника Казанского университета Игоря Анатольевича Тарчевского была открыта выставка в музее Казанского федерального университета. Мероприятие открылось поздравлениями от его коллег и учеников. Поздравил юбиляра и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Благодаря таланту ученого, творческим и деловым организаторским качествам вы снискали признание в профессиональном сообществе, внесли серьезный вклад в развитие биохимии, отечественной науки в целом. И, конечно, глубокого уважения достойна плодотворная наставническая работа, то внимание, которое вы уделяете воспитанию молодежи. На выставке были отражены практически все моменты научной, общественной и научно-организационной работы ученого. Она была подготовлена сотрудниками Казанского университета. Я благодарен университету и сотрудникам музея истории университета за создание такой выставки, которая посвящена мне и моей работе не только в университете, но и в постуниверситетский период. Здесь отражены практически все моменты моей научной истории, не только научной. Напомним, что основные исследования академика Тарчевского посвящены механизму фотосинтеза в экстремальных условиях – биосинтезу целлюлозы. Более полувека он посвятил исследованию проблем физиологии и биохимии растений. В настоящее время под его руководством проводятся исследования особенностей функционирования основных сигнальных систем клеток растений, отвечающих за адаптацию растений к неблагоприятным климатическим условиям и формированию иммунитета к патогенам. Энджи Минибаева, Радик Закидуллин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.